Василий Ломаченко стал боксером года по версии БВА. Команда Ломаченко выиграла 3 награды, чего не случалось с 1992 года. Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе, БВА, подвела итоги 2017 года. В номинации «Боксер года» победу в голосовании одержал украинский боксер Василий Ломаченко, трижды защитивший свой титул в первом легком весе в прошлом году, заставив своих соперников отказаться от продолжения боя. Другими претендентами на это звание были абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд, чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, чемпион мира в легком весе Майки Гарси и чемпион мира в первом легчайшем весе Сарисаки Цорунгвисай. Тренер и отец Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко был назван тренером года, опередив Деррика Джеймса, Брайана Макинтайра, Андре Розье и Абеля Санчеса, Айгис Климас, менеджер Ломаченко и еще нескольких известных боксеров, в том числе чемпионов мира, был признан менеджером года. Кроме него на это звание претендовали Кит Коннелли и Фрэнк Эспиноза. Подобный тройной подиум для представителей команды одного боксера является очень редким явлением. Предыдущий раз такое было в 1992 году, когда чемпион мира в супертяжелом весе Реддик Боу стал боксером года. Эдди Фатч, его тренер, тренером года, а его менеджер Роб Ньюман, менеджером года. Ранее сообщалось, что Ломаченко проведет следующий бой в апреле, а осенью может встретиться с Мэнни Пакьяо. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram. По материалам сайта newsgra.com.